Всем привет! Вы на канале «Всего понемногу». Сегодня 6 апреля. И вы посмотрите, после жары плюс 25, когда мы с вами ходили гулять, посмотрите видео про кривые дома, какая там плюс 25 погода была. И сегодня, 6 апреля, да, снег. И причем вы посмотрите, какое небо, оно ничего хорошего не обещает. Ну, как бы на асфальте снег, конечно, тает, но смотрите, как он летит. Это я вам с балкона снимаю. Все, кто первый раз на моем канале, живу я в город Дюссельдорф, Германия. У нас уже стояла, ну как жара, для конца марта это была жара. Даже 1 числа. Вот у нас третий день погода испортилась. Пишите в комментариях, какая у вас погода, потому как где-то еще совсем снег лежит, потому что мы до переезда жили на Северном Ямале в России. Это вообще холод непредсказуемый там. И вот уже крыши прям беленькие. Вот так коротко я вам сняла, но не могла не снять, потому что где-то кто-то в Египте загорает, кто-то в Турции. А мы вот так вот, плюс 2 градуса у нас сегодня, но вы знаете, вот совсем не 2 градуса. На улице реально холодно. Ну, что остается? Пойдем что-то приготовим вкусное и будем телевизор смотреть. Слава богу, что сегодня никуда не надо идти. Я с утра сходила в магазин. У нас были 2 дня закрыты магазины в связи с празднованием Пасхи. И поэтому... О, люди, видите, с зонтами вместо защиты от снега. Прям слушайте, шуршит. У меня висит вот такая вот маркиза, чтобы... Ну, снег не, чтобы снег на балкон не летел. Снег, дождь. Пошлите, что-то с вами приготовим. И полезное надо из каждого дня. Самого грустного, самого холодного, дождливого. Надо что-то искать приятное и позитивное. Вот, смотрите, немного неба, как бы вот справа... проясняется, но тучи такие тяжелые, прям темные. И вот с этой стороны гляньте, как красиво, как будто открыли, да? Слева вот такое окошко, как будто открыли, тучи развели. Но по прогнозу еще пару дней таких будет. Холодных и снежных, и дождливых. Спасибо, что зашли на мой канал. Стараюсь для вас, делаю это с большим, огромным удовольствием. Каждый этап жизни надо чем-то заниматься, работать или детей воспитывать. Я вот временно дома, поэтому есть время работать для вас. Вот такое вот небо. Красиво, посмотрите как. Да, как будто тучи отодвинул кто-то. Но думаю, что прояснится. Пишите в комментариях, в каком городе вы живете, какая у вас сейчас погода. Мне будет интересно. Ну, прям не могу не снять. Посмотрите. Не уронить бы телефон. Посмотрите, как будто небо развели, да, руками. Так и буду бегать вам весь день снимать. Там вообще уже небо чистое. Смотрите, вдалеке. Еще там черная такая полоса. А здесь уже прям светло. Вот природа, да? Можно наблюдать вот за облаками, как вот многие, кто в аквариум смотрит, кто на огонь. На небо тоже до бесконечности можно смотреть.
теперь вот такое оно. Сегодня, наверное, день неба. День красивого неба. Смотрите, я вам вчера снимала, да? Позавчера поздравляла с Пасхой. Как было тихо, как вот воскресенье тихо у нас. И какое оживленное все в рабочий день. Это заметьте, что еще ограничения у нас. И вот так прошло, ну сколько, минут 10, наверное, да? И как все поменялось. Снега нет, дождя нет. В природе, как и в жизни, да? Поэтому и говорят, что всегда плохо не бывает. На смену дождя и пасмурного в небо приходит солнышко. Жизнь налаживается, и все будет хорошо. Тем, кому сейчас тяжело и плохо, не отчаивайтесь. Знайте, что всегда надо радоваться любому дню, даже самому плохому. Потому что за самым плохим придет самый счастливый, самый хороший день. Но небо прям сегодня волшебное. Как на фабрике облаков, да, сегодня мы с вами побывали. Жизнь кипит, жизнь идет. Чуть попозже я вам еще досниму. Уже такой вот вам небольшой закину ролик. Праздник неба. Напишу. Вот я вам снимала, это был обед, ну, где-то часа два, может, ну да, где-то два часа. Все, смотрите, опять снегопад. И так весь день был. Вот я вам небо какое только не снимала, да, но то прям такое солнечное становилось. То опять затягивало все. Причем так быстро картинка меняется. Уже знаете, вот я здесь 15 лет в Германии. И как бы вот отвыкаешь от зимы настолько, что вот глаз отвыкает от снега, от снегопада. И тем более, когда апрель, уже апрель, сегодня 6 апреля, и вот... Нарушил кто-то, перебежал дорогу перед автобусом. Такая погода. Всем, кто впервые на моем канале, я переехала в Германию 15 лет назад из маленького сибирского городка. Это Ямало-Ненецкий округ. Это в сентябре, можно сказать, что уже зима начиналась. И в мае мы еще ходили в теплой одежде. А бывало еще полуиюня прихватывало. И сейчас, конечно, для меня это... Ну вот это сегодня такая погода. Это же вообще редкость. Просто редкость. Поэтому я и хочу вам показать, что... Как это в апреле месяце такой снег, которого мы даже не видели. Зимой не было снега в этом году. Поэтому для меня было так дико интересно, и вообще душа пела от того, что зима, а ты идешь налегке, какие там перчатки, ты в туфлях, без шапки, боже. Я не знаю, сколько я привыкала к тому, хотя переехали мы в ноябре, и 2005 года мы переехали в Германию. Конечно, ребята, не все так сладко, не все так гладко. Проблем везде хватает, конечно, поэтому эту тему мы трогать не будем. Говорим только о позитиве. Поэтому вот делюсь с вами погодой. Я такие вот наснимала кусочки сегодня, и снег, и тучи разошлись, и небо красивое было, и все сегодня было у нас с вами. Думаю, что вам будет интересно. Пишите в комментариях, какая у вас... погода и сколько у вас сегодня градусов тепла ли, мороза. Все интересно мне. Раз снимала вам сегодня весь день нашу погоду и сказала, что что-то быстро приготовим, вот быстро. Заметьте, казан с Казахстана. Он достался мне от бабушки по наследству. Он в Казахстане был очень много лет у нее.
И уже 13 лет нет бабушки. А казан, вот он, пожалуйста, казан. Быстро закинула мясо, обжарила, туда закинула капусту квашеную. Можно без капусты. Картошка. Вода, видите, бурлит, кипит. Пекла пирожки, осталось тесто. Ни уму, ни сердцу, начинка закончилась, 200 грамм теста. Сейчас я его вот такими, почему ленивые назвала, потому что они по рецептуре совсем не так готовятся. Но это уже будет отдельная история у нас с вами. Сегодня такой походный день, быстрый-быстрый. Мясо обжарилось, капуста, картошка, вода. Вода, видите, она, ее не видно, она там булькает. Сейчас я это тесто сюда закину, накрою крышкой. И полчаса, и все это готово. Так что сегодня день получился у нас с вами быстрый. Уложили мы с вами тесто. И накрываем крышкой. Крышка должна быть без всяких дырочек. Крышку больше не открываем. И 30 минут готовим. Оно минут 5 прокипит. Вы слышите, как она бурлит, кастрюля. И убавляете на самый медленный огонь. И готовим дальше. Раз сегодня такая нелетная погода была, надо из каждого дня быстро взять что-то в пользу. Значит, была возможность сегодня у меня сделать тесто, испечь пироги быстро. И вот сейчас мы с вами уже приготовим ужин и конец дня. Спасибо, что были со мной. Вот такое блюдо у нас с вами получилось. Готовилось это 25-30 минут. Вот такое пышное тесто стало. Ну, напоминаю, это ленивые штрудли, а хороший рецепт не ленивых я вам обязательно сниму. Блюдо очень сытное, здесь и мясо, и картофель, и капуста, и тесто вместо хлеба, да? Все в одном блюде. Всем желаю солнечного настроения, солнца в душе, в голове, несмотря на погоду. Находите в каждом дне позитив. Радуйтесь жизни. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что делаю это только для вас. Люблю вас по-человечески. Всем пока-пока.